Итак, дорогие друзья, все, мы в эфире, продолжаем учить Тору. Как говорил Рабан Йоханан бен Закай своим ученикам, «Им ламата Тора арбе», если учил ты много Торы, «Аль такзик тували ацмыхали», как на царта. Если учил ты много Торы, не держи добра для себя, на себя, потому что для этого ты был сотворен, так он сказал. Так, некоторые из этого учат так, что если ты учил много Торы, не хвастайся, ты для этого был создан. То есть это как бы нормально, всем привет. А есть, которые говорят, что если ты выучил много Торы, не держи Тору, это Тава, это Тора, добро, не держи добро у себя, а передай его. Ты для этого создан был, чтобы передавать добро, а не чтобы его удерживать. Поэтому мы сейчас поучились с Эйтаном, мы поучили Талмуд. Поучили мы Талмуд, трактат Брахот. И сейчас мы возвращаемся к Мишле, к притчам царя Соломона, для того, чтобы вместе их изучать. Это очень интересно. Я когда-то читал одну историю. Значит, эта книжка, она была издана в Минске, это в каком-то непонятном издательстве, маленьким тиражом. Какой-то американский мультимиллионер, у него то ли 200, то ли 300 миллионов. Какой-то мультимиллионер, такой телемагнат. Он написал эту книжку. Называется она «Практические уроки из Мишли, из притчи». И он рассказывал свою историю. Как он после института, его выгоняли с 9 работ. И он уже думал, что все, он уже, ну, как бы в жизни не устроится, потому что он не мог, ну, закончил институт, с 9 работ его выгоняли. И он, значит, рассказывает, что в Америке очень много евангелистов. Это их 70 миллионов там. Это те, которые христиане, которые изучают Тору, то есть они изучают очень сильно Библию, да, но так как в Библии 4/5 книг это Тора, то они очень делают акцент на изучение именно не Нового Завета, а именно Тора, которая 4/5 книг, книги пророков, там вот все, что притчи и так далее. И евангелисты, они очень такие, вот Ник Вучич евангелист, там Трампа, говорят, к власти привели евангелисты, да, то есть они за него все голосовали. Они очень любят Израиль, молятся за Израиль, то есть прям поддерживают во всем Израиль, поэтому Трамп же посольство перенес, все. То есть это евангелисты вот эти, да. Так вот, вот этого, о котором я рассказываю, мультимиллионера, его один поп, их евангелистский поп, ну, как бы священник, не поп у них называется, а у них называется это пастор. Пастор это... Переводится само слово «пастор» – это как пастух, потому что были все наши праотцы – Авраам, Ицхак, Яаков, царь Давид. Ну, только уже царь Соломон не был пастухом. А все наши праотцы – Моше Рабейну, Моисей, да, они все были пастухами. И у них называется ведущий вот этот вот, ну, который священник, у них называется пастор, который их пастух, он их пасет. И вот этот пастор один, этому мультимиллионеру будущему, он ему сказал, давай с тобой заключим пари. Ты будешь каждый день изучать Мишли в течение года, и за месяц ты пройдешь полностью всю книгу. То есть если каждый день учить где-то по часу, можно проучивать главу. Вот мы учимся 20 минут, мы проучиваем где-то, ну там, четвертую часть главы. Если мы учились по часу, по полтора в день, то мы могли бы за день проходить главу. 31 глава в притчах. То есть мы могли бы за месяц заканчивать главу. И этот пастор ему говорит, давай с тобой заключим пари. Так он писал в предисловии этой книги. Ты будешь каждый день учить главу Мишли в течение года. И через год, говорит, я тебе гарантирую, ты станешь миллионером. И значит, или я тебе дам 10 тысяч долларов. Но этого уволили уже с 9 работ. У него как бы особо ему заниматься нечем. То есть его берут только на какие-то... У него уже резюме очень плохое. Он говорит, давай, неплохо, по тем временам, это там 70-е годы, 10 тысяч долларов – это огромные деньги. А для пастора тоже это была беспроигрышная пари, потому что, скорее всего, он бы не выдержал. То есть обычный нормальный человек не выдержит этого. Но хотя бы пастор думал, я ему дал хороший совет, пускай, значит, поучит чуть-чуть притчи и все. Но он говорит, я выдержал. И он говорит, я через год стал миллионером. За год, ну, ежедневного изучения притчи стал миллионером. То есть я помню, я когда это прочитал, и дальше он дает свои практические уроки, какие он из Мишли вытащил для себя практические бизнес-инструменты, которые он использовал дальше во всей жизни. Я думаю, что здесь как бы секрет не в бизнес-инструментах, а в том, что когда человек идет к Богу от всего сердца,
а Мишле это полностью все про служение Богу, то тогда Бог, естественно, ему помогает. Плюс настойчивость, то есть каждый день в течение года учить по одной главе притчи и повторять это каждый месяц всю книгу, 12 раз пройти за год книгу, это уровень, это такая настойчивость, это уровень личностных качеств фантастический. И в этом весь смысл. Личностные качества, настойчивость, плюс божественная поддержка, все, открыты все дороги. Это нам не нужно быть пастором, не нужно вообще ходить к пасторам. А что нужно? Нужно понять, что человек, если у него есть связь с Богом, которую он установил, личная связь с Богом, и он делает то, что Бог сказал делать, а это и для христиан, и для мусульман, и для евреев. Это примерно все набор один вещей, которые понятны. Делай добро, и будет хорошо. И если ты начинаешь так жить, и плюс ты настойчивый, и ты учишься у умных людей, вот Дмитрий Тим, добрый день. Значит, все, Дмитрий Тим знает, он участвует в тотальной читке, он знает, ты берешь прям работающие схемы и вставляешь себе в голову. А зачем вам эта книга, Светлана Карачева? Она вам же не поможет. Там же весь прикол не в том, чтобы книжку прочитать. Весь был прикол в том, что он каждый день учился. Каждый день он учился. Каждый день глава в течение года. Понятно, да? То есть не книга важна, важна настойчивость. Все, двигаемся дальше. Мы настойчивы. Выключишь, пожалуйста, это уже все. И теперь дальше. Мы находимся, пятый отрывок восьмой главы. Пятый отрывок восьмой главы звучит так. Давайте так он звучит. Пятый отрывок восьмой главы звучит так. Значит, Авину Птаим Арма. Царь Соломон нам говорит, поймите, говорит, наивные хитрость. Поймите наивные хитрость. Укцелим Авину Лев. А кселим грешники. Поймите свое сердце. Значит, что имеется в виду? Вот смотрите, каждый человек, который вот сейчас, например, присутствует на уроке или вообще который живет. У каждого человека голова это как компьютер. И вот сейчас мы пытаемся загрузить в этот компьютер программы божественного знания, Торы. Тора – божественное знание. Но одним в компьютер в этот эти программы входят, и человек изучает, запоминает, применяет, понимает, обдумывает, понимает еще что-то. То есть у каждого из нас разные на сегодняшний момент способности восприятия информации. И есть люди, которых называют царь Соломон Птаим, наивные. Это люди, которые не, вот они не рубят. Вот они сидят, вот так вот иногда бывает. Ну вот и на уроке. Знаете, как есть? В Песах мы говорили, есть четыре сына. Есть сын, который не умеет задавать вопросы. Есть сын, который, ну вот вообще, он такой там наивный. Вот наивный, да? Он сидит, вот реально он не врубается. Я помню, когда учился в Ешиве, у меня был друг один, не буду называть его имя. Такой хороший парень, ну просто вообще, вот по качествам характера, ну золото, просто реальное золото. Скромный, спокойный, добрый, но он вообще ничего не понимал. Он реально ничего, вот он сидел на уроке Торы, он говорит, я не понимаю вообще. Он даже не втыкал, он хотел понять, но он ничего не понимал. Вот просто не понимал, да? И потом пошел, он устроился на повара, стал поваром. Дальше я не знаю его дальнейшую судьбу, но он как бы нашел себя. То есть можно быть хорошим человеком, поваром, жить по Торе и все, но не стать мудрецом Торы. Это называется наивные. И он говорит, что Авину, вот это качество бина, все-таки я думаю, что если бы он разбирался, если бы он напрягался, если бы он выработал у себя вот эту вот технологию мышления, которая называется бина, понимать вещь из вещи, анализировать. Лучше всего для этого упражнения, это моя система сверхобучения 3П. Когда ты что-то изучаешь, какой-то текст, ты спрашиваешь себя, что я понял, и вытаскиваешь из него три смысла. Это как раз тренирует бину. Вот это качество бина, понимать вещь из вещи. То есть ты что-то прослушал, теперь ты из того, что ты прослушал, ты вынимаешь три вывода, сам делаешь. Это называется бина. Потом ты спрашиваешь себя, что я планирую сделать. И тут ты тренируешь твуна. То есть ты берешь из этих кирпичиков, ты должен составить дальнейший план. У тебя есть твое новое понимание, у тебя есть твой старый материал, понимание, как работает твоя жизнь. И ты берешь, начинаешь мозгом своим, интеллектом. Это тяжело,
Но ты думаешь, куда мне это новое знание впихнуть? И ты прямо напрягаешь голову. Это бина тренируется. Вот это вот сообразительность, логика тренируется. И креативное мышление. И он говорит в пятом отрывке. Авину, поймите вы, вот используя это слово сообразительность. Птаим, наивный, поймите хитрость. То есть Тора очень хитрая вещь. То есть Бог, он почему-то таким образом сотворил мир, что начиная с самого первого человека... Начинается очень хитрая история. То есть вот он создал первого человека. Ему говорит, от дерева познания добра и зла не ешь. Есть некое дерево, которое познание добра и зла. То есть оно, это дерево как раз и управляет смыслами. Что такое добро, что такое зло. Это Бог назвал уже. Это добро, это зло. И он ему говорит, не трогай. То есть ты дерево познания, ну вот как бы сознание, создание, не трогай. У тебя есть, он говорит, а можешь дать зарядочку? Сейчас. Ага. У тебя есть, он говорит, весь мир, вот пользуйся им, но не меняй местами добро и зло. Он ему дал животное, говорит, давай им имена, создавай, твори, но добро и зло, Бог сказал, это мое, это я установил. И тут появляется какой-то хитрый змей, и ему говорит, ты знаешь... А, не ему говорит. Потом человеку не хватало, значит, помощника. Бог ему говорит, хорошо, сделайте помощника против тебя. И он ему создает, вот вдуматься даже, да, он ему делает женщину, помощник против него. Зачем ты делаешь, ну, не за Богу задавать вопросы. Ой, Бог хозяин мира. Но он ему сразу сделал помощника против него. То есть уже здесь появляется некая такая непонятная схема. Потом заходит в эту схему еще змей. И он... Адам решен, первый человек, он женщине говорит, не трогай, говорит, плоды не ешь от этого дерева, то, что Бог сказал не есть, и даже дерево не трогай. Он ее прямо поставил ограду для закона. Тут приходит змей, ей говорит, о, говорит, вам что, от всех деревьев есть нельзя? Он начинает ее обманывать. Она говорит, нет, нам от всех деревьев можно есть. Змей говорит, а что ж тогда от этого дерева нельзя есть? Она говорит... Запретил Бог от него есть и до него дотрагиваться. Змей говорит, о, говорит, отличная идея. Значит, говорит, а вы знаете, что когда вы съедите от этого дерева, вы станете как Бог, создающий добро и зло. Она такая посмотрела на это дерево, и ей понравилась сама идея. Потому что если я сам устанавливаю, что такое добро, что такое зло, так я всегда буду делать только добро по своей системе. Правильно? И что бы я ни делал, становится добром. Она думает, какая прикольная штука, да? То есть, если я сама могу управлять миром, так это вообще шикарно. И она задумалась. И тут змей ее толкает, и она дотрагивается до дерева, и, значит, и ничего не случилось. Это все путь, как человека внутри совращает его злое начало. Вот все точно так же. Посмотри, а кто тебе сказал, что эти правила – правила? Кто тебе сказал, что нельзя это кушать, а то нельзя делать? Кто тебе это все сказал? Ты хозяин мира, ты хозяин мира. Так внутри говорит злое начало. Давай, делай, делай, что ты хочешь. И человек делает маленький грех, он делает маленькое нарушение, и ничего не происходит. И он думает, ничего не произошло. И вот это вот то, что в Торе описано, как змей обманул женщину. И она дотронулась, потом она съела дерево, потом она заставила мужа съесть. И потом уже пришел Бог, говорит, ну что, парни, что же вы натворили-то? Что же вы наделали? И, ну, дальше можно прочитать в Торе начало книги Берешит. И нам царь Шломо, который нам объясняет, как надо жить, он нам говорит, поймите, вы наивные, которые не знаете, как мир работает, поймите хитрость, как оно устроено. То есть вся Тора нас учит тому, как злое начало обманывает. Он учит нас всем хитрым путям. Все, поняли? Поняли. А теперь есть другая категория. Кселим, Авину, Лев. Вторая категория – это кселим, грешники, которые грешат, понимая, как все работает. Но они не могут не грешить. Почему? Они говорят, мои вожделения, мои желания сильнее, чем я. Да, я понимаю, что это нельзя кушать. Да, я понимаю, что это нельзя делать. Да, я понимаю, что надо учить Тору. Да, я все это понимаю, говорят эти кселим, грешники. Но я не могу изменить свою жизнь. Я привык, мне удобно жить, как я живу. Мне удобно есть запрещенную еду. Мне удобно жить с запрещенными женщинами. Мне удобно делать то, мне удобно делать это. У меня нету сил. Я не могу. Это кселим. Так он говорит, кселим, поймите, как ваше сердце работает.
вы поймите, что нет вещи, которая может устоять перед желанием. То есть у человека внутри есть сила огромная хотеть. Если ты хочешь, если ты хочешь двигаться в направлении правильном, в божественном направлении, нет невозможного, нет границ, нет невозможного. И он говорит, разберитесь, все ваши вот эти отговорки, это все внутри вашего сердца, внутри вашего мышления. И, значит, он обратился в пятом отрывке, он говорит к Селим, вот эти грешники, которые не могут справиться со своими вожделениями, желаниями, поймите, как устроено ваше сердце, и вы сможете. То есть вы сможете, научите, все получится. Как бы царь Соломон говорит, я знаю, ты можешь. Вот прям здесь, ну не так написано, но так как бина, качество сообразительности, вытаскивать вещи из вещи, оно у меня сильно развито, то я из восьмого отрывка, из седьмого отрывка, нет, из пятого отрывка, я понял, что царь Соломон имел в виду, я знаю, ты можешь. Так живет большинство людей, они делают свои выводы, я понял, это значит, я знаю, на самом деле дело обстоит вот так, то есть люди все время пользуются своими вот этими вот биной, и они вытаскивают из какой-то мини-реальности, из факта, вытаскивают свои системы мировоззрений, прям плетут такие, знаешь, плетут. Это значит, что будет кризис. Причем есть люди, которые плетут что-то хорошее, называются они оптимисты. Они такие, то есть они берут, все живут в кусочке реальности. Каждый человек воспринимает реальность здесь и сейчас, вот прям миг. Но все остальное человек плетет своей биной. И оптимисты плетут такие узоры позитивные. Пессимисты плетут узоры негативные. Скандалисты плетут узоры скандальные. Там, ну и так далее. То есть каждый человек плетет свои узоры. Есть люди, которые, они глобально мыслят. Они мыслят, а вот всегда было так и всегда будет так. Они такие плетут узоры широкие. А есть, которые, опа, они вообще не плетут. Они говорят, все здесь и сейчас. Реальность здесь и сейчас. Это люди, которые перестают плести узоры. Они просто собираются здесь и сейчас. И вместо каких-то иллюзорных узоров, они вставляют себе в голову хохма, божественная мудрость. Есть правило. Правило такое, значит, Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек. Все. Узнал заповеди и идешь по списку. Дж, дж. Помолился, поучился, покушал, сказал Беркат Амазон. То есть каждое действие регламентировано. И ты прямо, написано, я сегодня, когда бегал, эту понял мысль, что есть такая фраза, «Ваатем адвитим башем элокехем», и вы прилепленные к Богу вашему, хаим кулхем айом, вы живете все сегодня. То есть, если ты живешь вот в этом формате, сегодня это единственный день, который реально есть. И этот день у меня четко регламентировал по Торе. И я в этот день, я помолюсь так, чтобы капец, как я помолюсь. Я сделаю мицвот так, что аж прям вообще, аж со всей силой. То этим ты можешь гарантировать себе завтрашний день и даже вечность. А если ты живешь, пропуская сегодня, все время о чем-то мечтаешь, значит, вечности у тебя нету. Дальше, шестой отрывок. Шиму кинедидима дабер. Он говорит, послушайте, говорит, через надидов я буду говорить. Сейчас мы узнаем, что это имеется в виду. Умифтах свасай мешарим. Значит, listen, for I speak noble things. Uprightness comes from my lips. Он говорит так, Бог, послушайте, говорит, я через надидов, надид это есть люди, которым Бог открывает какие-то особые вещи. Значит, ну, самый известный из таких людей это Моше Рабейну. Торат Моше называется. То, что мы изучаем, это Тора Моше. То есть Моше Рабейну, Моисей, он поднялся на самую высокую ступень, на которую может подняться человек, и он принял от Бога всю Тору. То есть Моше Кибель Тора Месинай. Он принял Тору от Бога, и Тора безгранична. То есть как Бог безграничен, как мироздание, которое он создал, оно безгранично. Это безгранично. То есть нельзя постигнуть Бога, нельзя постигнуть его Тору. Но Моше Кибель, Моше принял Тору Месинаю. Он был как бы самый большой сосуд человечества, который может принять Тору. То есть его сознание поднялось на такой уровень,
на который ни до него, ни после него не поднимался ни один другой пророк. То есть он стал чистым таким приемником, без малейшей примеси эго. У него эго не было вообще. Он был Анав Миколь Адам, самый скромный из всех людей, у него не было эго. И он принял Тору и Масра ли Йошуа, и передал ее Йошуа Бенуну, передал все, что принял, а Йошуа передал Левиим, Левиим, Йошуа ли Скиним, Скиним ли Левиим. Йошуа передал старейшинам, старейшины передали пророкам, ну и так далее, и так далее. Значит, получается, что то, что в шестом отрывке сказано, послушайте через надидов, через вот этих вот глашатаев я буду говорить, и через их уста пойдут к вам прямые вещи. Значит, дальше царь Давид был, да, царь Давид, Тейлим, Псалмы, он был как глашатай для Бога, да. Потом был царь Шломо, он нам передал в книгах Экклезиаст, Коэлет, Мишли, Шира Ширим, он передал нам то, что передал. Дальше есть очень много писания, книга Шмуэль, книга Млахим, книги пророков. То есть это все были надидим, потом были вообще пророков много было. В нашем поколении есть такие люди, через которых Бог тоже говорит. Например, Рав Ицхак Зильбер, Зихроно Цадик Левраха, Рав Шах, Ребе, Любавичский Ребе, который оставил там 50 томов писем, ему задавали вопросы, а он, зная всю Тору, каждому человеку отвечал. То есть у нас есть те люди, через которых Бог говорит, слава Богу, и изучая Тору, изучая их ответы, изучая их способы мышления, мы получаем знания от Бога в чистом виде. Дальше. Ти эмет иеге хити ветуават свасай реша. My mouth utters truth. Wickedness is abhorrent to my lips. Так. Да, возьми. Ладно, сейчас. Значит, что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду следующее. Эмет еде хити. Значит, истину будет говорить мой род. Он говорит, ветуават свасай реша. И туава – это мерзость уст злодея. Значит, здесь есть очень интересная вещь. В Торе написано, что пророки, которые были, надо их проверять. То есть пророков проверяли прямо, и представьте, как тяжело было объявить себя пророком, потому что если пророк, он обманывал, ему надо была смертная казнь. То есть человек, который начинал говорить от Бога, от имени Бога, и он на самом деле не был пророком и был обманщиком, то он оскверняет имя Всевышнего, там полностью, ну капец, это хуже этого нет. И они все умирали страшной смертью, их всех там убивали, казнили и так далее, как... То есть был такой закон, придет к вам пророк, если он скажет, что Тору надо изменить, если он скажет, что нужно что-то изменить, если он даже будет делать чудеса, не верьте ему, но если он будет пророк, и еще и будет обманывать, то есть и будет говорить против Торы, так вообще его надо сразу убить. Вот это то, что он здесь говорит, что вот эти вот пророки, у них, я помню, Рав Ицхак Зильбер за царь, вот он что ни говорил, каждое его слово это был эмет, истина. Причем он сам не задумывался из-за того, что его все время было мышление и все намерение. Это было только изучать Тору и служить Богу. И у него был единственный в жизни, вообще всю жизнь, единственный вопрос. Что Бог от меня хочет? Что Бог от меня хочет? Что мои интересы не важны? Неважно, он в тюрьме, он выполняет заповеди, соблюдает шаббат. Ему там 85 лет, врачи говорят, вы не можете из дома выходить, а у него назначен урок Торы. Он прям ползет по лестнице, чтобы дать урок Торы. То есть он в больнице, он лежит уже при смерти. И когда он открывает глаза, первое, что он спрашивает, сегодня не шаббат, чтобы не нарушить случайно шаббат, потому что если сегодня шаббат, а он там, ну, есть действия, которые делать нельзя. И он уже в больнице при смерти. Все, сегодня не шаббат? Не шаббат. Все, тогда можно мне делать какие-то там уколы, процедуры, все. Шаббат? Нет, нельзя, не это самое. Первое, что входит в сознание, тфилин. Сегодня одевал тфилин, надо одеть тфилин. То есть, когда такой человек, его мысли только за Бога, все, что он делает, все, что он говорит, становится им этим. То есть, он соединяется с Богом, Бог – это истина, все его действия – истина. Хорошо, давайте мы сейчас
Сколько уже у нас? О, 24 минуты. Ничего себе, что мы сегодня затянули. Хорошо, друзья, все, делаем вывод из сегодняшнего урока. Какой вывод из сегодняшнего урока? Давайте посмотрим еще раз. Что? Ну, вывод простой. Вывод простой. У меня лично. Надо учить Тору. Надо учить Тору. То есть другого нет варианта. Потому что если жить, исходя из каких-то других систем и принципов, то непонятно, как во всем этом разобраться. То есть непонятно, потому что очень много входящей информации, которая вообще непредсказуемая, очень много внутренней информации, которая вообще непредсказуемая, полный хаос. Поэтому нужна некая операционная система, как правильно жить. И я думаю, что Тора доказала за последние 3300 лет свою эффективность, поэтому будем жить по Торе. Все. Это то, что понял я. Что поняли вы, напишите, пожалуйста, в комментариях. Что поняли вы? Три вывода. И включите бину. Бина – это вот это качество прямо поработать с материалом и вытащить из него какой-то смысл. Все, всем удачи, успехов. До завтра.